утро все, спасибо, что вы меня поддерживали сегодня. Я немножко получше себя чувствую, все равно уши болят и немножко насморк есть, но все равно в лучший настрой, потому что вчера я пришла домой после этого всего, у меня было такое ужасное настроение, я ничего не хотела, как бы пусто, вот даже не то, что грустно, просто пусто, и это было очень страшно и непривычно для меня. А вот я сижу перед компьютером и начинаю там прочитать там, комментарии после того, что я влог сделала. И начинаю почти плакать, потому что сколько вы меня поддерживаете, и дальше вы меня ни разу не познакомились, но вы меня любите. И мне так приятно было, что вот меня ободрило, и хочется больше для вас сделать видео. Так что спасибо, и сегодня идешь, ну посмотрим. Китайские туристы, они вообще все отдыхают, и они не пускают, понятно. Всех. Я сейчас закончила работу, иду сейчас по какие-то дела. Сегодня репетиции были лучше. Педагог, ну, у нас такое сейчас немножко отношение к всего, вот немножко не то что безразличные, но сарказм большой. И, ну, потом расскажу подробнее. Ну, конечно. Понятно, что надо завтра выходить на сцену, но всем как-то вот наплевать. Ну вот, привет всех, я сейчас закончила свой маникюр. Иду, вот я с ней встретилась в салоне, который не далеко от моего дома, и она уволилась оттуда. Ну вот, она меня сделала, она каждый раз мы с ней делаем ногти, она делает под балет, который следующий, который буду танцевать. И я рассказывала ей, что я мерцу буду танцевать, и она мне такой лук сделала, именно специально для мерцы, вот такая немножко. Классная, типа несчастная свадебная, очень классная. Спасибо тебе огромное. И вот, сейчас иду домой. Привет всем. Ну вот, я сегодня закрываю влог. Улучшенное настроение, потому что у меня маникюр есть. Все дела есть, теперь сейчас буду ошибаться, готовьтесь, завтра большой для меня спектакль, Дон Кихот, там ответственные вариации, помолитесь, чтобы все было нормально, все спокойно, под контролем. Ну и вот, все, я буду домой отдыхать. Подпишитесь на все мои социальные сети, Snapchat, добавляйтесь в Twitter, добавляйтесь, пишите. Всегда рада слышать от вас комментарии. И увидимся завтра на новый влог. Пока! You meant to